Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Into the Breach. Поехали дальше. А в прошлый раз я прошел один остров, прошел часть другого острова, одну миссию, собственно. Ну и поехали. У меня есть один реактор. А надо ли его куда-то засунуть? А, нет, я прошел две миссии и как раз получил этот реактор. Куда я могу это засунуть? Я могу больше перемещений получить, я могу получить больше ХП. Или... еще что-нибудь подобное. Ну, по сути, я могу только больше перемещений или больше ХП. А учитывая, что танком... я в теории часто танкую... да, танком танкую. А попадание шока, то я ставлю реактор в него и подниму ХП. Или же... что еще я могу сделать? Ну, здесь я не думаю, что я смогу докачать до плюс одного энергии. Ну, хотя как... за этот остров смогу, без проблем. Но, наверное, ХП важнее немножко. Тут макс левел уже. Да. Наверное, пока что сюда, действительно. Потом, если что, я могу сюда поставить легкий танк. Или еще что-нибудь подобное. Окей, поставить реактор. Плюс ХП. 5 хп это уже хорошо, это бронированный мех, так что на нем эти 5 хп это лучше, чем просто 5 хп. Ну и ладно. Я мог бы поехать сюда и получить 2 энергии, но, наверное, вместо этого лучше поехать куда-то, где дают не энергию, а что-то более полезное. Я в любом случае смогу пройти что-то с энергией. И также я могу пройти что-то с энергией и не только с энергией. И это еще и хорошая миссия с терраформером, она обычно легкая и эффективная. Защитить терраформер, защитить электростанцию и также терраформировать все стандартно. Поехали. Хотя, с другой стороны, этим отрядом я не знаю, как здесь... нет, не так здесь. Так, наверное. Не знаю, как здесь получится этим отрядом, потому что этим отрядом я еще не пробовал тут быть. У них по 4 движения... потому что они прыгают у светлячков по 2 движения, ясно? Еще и под прилетает. Ну это вообще шикарно. Я, скорее всего, не смогу его подобрать там. Окей. 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 И последний прям там остался. Считается ли гора? Нет. Гора не считается. У них по 3 хитпоинта у всех. Я могу с этим что-то... хотя, блин, нет, я не могу что-то, потому что терраформер это опять юнит, правильно? То есть, если я сюда передвинусь, то я убиваю свой терраформер. Это плохой план. Это очень плохой план. Я могу выстрелить камнем, но это не сильно помогает. Я могу выстрелить камнем туда, это их обоих задамажит. Если я как-то освобожу после этого своего... стоп. Я могу просто так сделать, и это их обоих сдамажит. После этого их нужно просто сдвинуть как-то, и они друг друга убьют. Это спасает здание. Этого чувака я могу терраформером убить. Я могу, в принципе, и этих двоих, но это убьет под. Под убивать мне совершенно не хочется, а подобрать его на этом ходу я не могу. В эту сторону, опять же, я убью своих. Это тоже плохая идея. Так что этого чувака игнорим. Этот чувак стреляет по терраформеру, этих двоих нужно либо убить, либо сдвинуть куда-то. А я могу вообще хитро... нет, я не могу хитро сделать. Я мог бы хитро сделать, если бы я мог на эту клетку встать. Тогда я могу бы притянуть этого парня и терраформировать его нахрен. Но нет. Тогда что? Стоп. Стоп. А, нет, опять же, терраформер убьет. Почему союзники уязвимы для этого? Я понимаю мои юниты, но если бы союзники были вот такие вот иммунны к электричеству... стоп, а под она убивает? Нет, под она не убивает, к счастью. Хоть что-то хорошее. Так, ну я могу просто начать с терраформера тогда. Потому что сюда я все равно не могу никого задвинуть. Так что начинаем с этого. Минус один враг. Плюс 3 экспы, которая равномерна между всеми. Теперь я могу просто отодвинуть этого... кто он там? Кто он там, кстати? Альфа-лидер. Могу его отодвинуть куда-нибудь, где он не будет мешать.
Не будет он мешать здесь. Просто ударить здание. Это сдамажит этих обоих. И потом их сдвинуть друг в друга. Это их убьет обоих. И оставить даже камень здесь. Окей. Пять урона, вау, какое. Какая дамаговая тварь. Ладно. Это неприятно. А, но 5 урона, по-моему, затанкует танк, правильно? Это вот вообще неприятно. Да, 5 урона танк затанкует, так что можно там все игнорить. Не, стоп, это вообще пофиг на самом деле, потому что я могу просто терраформировать в ту сторону, и это решает все проблемы. А этот парень стреляет туда, и его я могу как убить? Артиллерией я могу его разве что сдвинуть. Я могу задамажить терраформер. Но это правда, это сдвинет его, это мне не нужно. Я могу убить камень. И сдвинуть его. С этим тоже что-то хотелось бы сделать. Но на этом ходу я вряд ли смогу. Так, это дамажит и раскидывает все вокруг той точки, в которую я стреляю, правильно? Но не дамажит саму точку, в которую я стреляю. Так что это не очень помогает. А, стоп. Нет, опять же. По камню ударить током — это плохой план. А, стоп. Я пододвинусь себя туда, если я выстрелю в гору. Но это не помогает, правда. Ну, опять же, в любом случае, ход терраформера понятен, и с этим ничего не сделать. Минус враги. Что я получил как бонус за левелап? Хрен его знает, что я получил. Движение одно. Окей, движение одно — это неплохо. Этим выстрелить сюда, и потом подойти и ударить его. А, стоп, мне даже подходить не нужно. Но, с другой стороны, не нужно, но стоит. Потому что я тогда под смогу взять на следующем ходу, если что. Готово. А, и действительно пододвинуться туда, если я могу. Как бы зачем терять 4 хитпоинта, если я могу не терять 4 хитпоинта? Круто, что эту абилку так можно использовать. Но на следующем ходу нужно будет двигать танк куда-то. Это я могу просто сдвинуть. Хотя, кстати... Не, я могу это сдвинуть, это не проблема. Это не проблема. В какую сторону я хочу терраформить? Я хочу терраформить вверх, потому что вправо мне придется забрать под тогда на этом ходу. А забрать под... Точнее, мне в любом случае придется забрать под на этом ходу. А забрать под и уйти с этой клетки я не могу. Потому что... Хотя нет, кстати, я могу это сделать. Но там нужно будет немножко всяких... Всяких странных вещей делать. То есть я могу забрать под, если я сюда подъеду, и потом загарпуню себя в гору. Но это не сильно хороший план. По-моему, это не сильно хороший план. Так, ну, по терраформеру, или, по крайней мере, в его сторону, стреляет только один светлячок. Он стреляет по единичке урона, так что можно дать терраформеру затанковать это. Этот парень очень живучий, но с этим ничего особо не поделать. Я могу сдвинуть... Нет, я не могу сдвинуть его никуда. А, не-не-не, я могу кое-что более хорошее сделать. В каком порядке они ходят?
Нет, он ходит вторым. Так что я не могу более хорошего сделать. Мне в любом случае нужно подобрать под. Потому что если я его не подберу, мне придется его терраформировать и потерять под, или не терраформировать в эту сторону и потерять репутацию. Но кем... Не. Кем его подобрать, это тоже особо выбора нет. Потому что танк мне нужен здесь. Так что выбор у меня только в том, куда деть артиллерию. А сколько урона она наносит? 1, 2. Это хороший план. Я могу подъехать сюда? Нет. Да. Да, все правильно. Потому что альтернативно я мог подъехать сюда, но это я себя затерраформирую насмерть. Выстрелить в этого чувака, убить его этим. Одна проблема решена. У них у всех меньше хп. Это мне не сильно помогает, я никого убить все равно не смогу. Но все же. Танк мне нужен здесь, потому что танком мне нужно подтянуть этого парня, чтобы он ничего не делал полезного, вредного. Я танкую 2 хп отсюда. Терраформер танкует 1 хп отсюда. А я просто подберу себе под и закончу ход на этом. Я могу его ударить на 2. Наверное, есть смысл, это мало что меняет, но... А, это дым создает. Воу. А, потому что он на песке стоял. Да, точно. Логично. Это круто. Но терраформер получит урон. Я надеюсь, что защитить терраформер, это значит, чтобы его не убили. А урон пофиг. Ну, посмотрим. Разберемся. Все, конец хода. Теперь главное, чтобы у меня была возможность уйти оттуда. И у меня ее, по-моему, не будет. Или будет? Будет-то будет. А, стоп, у него 1 хп, это вообще не проблема. Где мне полезнее всего быть? Не на этих 6 клетках, это точно. Кроме как на этих 6 клетках, полезнее всего мне быть здесь, чтобы убить этого парня. Я терраформирую эту сторону, убиваю 2 врагов. Сильно меньше проблем сразу. Это я могу затанковать. Так что это не очень критично. Я не смогу его убить, но я ничего не теряю. И единственное, что остается после этого, это всего лишь вот этот вот липер. А это не лидер, это липер, точно. Я не умею читать, бывает. Его я могу просто пристрелить, или даже я... Нет. Нет. Я могу потерять свой терраформер. Или даже, да, это хороший план. Но я могу просто в него, да, просто его пристрелить и победить таким образом. Ну, или опять же, я могу так это сделать, но разницы почти никакой, кроме того, что это больше дыма создаст, но дым мне ничем не помогает. Готово. Ты не можешь никуда учарджиться, ты не можешь ничего сделать, разве что починку кинуть, но у всех полное хп. Это сейчас изменится, но это последний ход, так что какая разница? Окей, по-моему, довольно хороший бой. Ну, собственно, что значит, по-моему, довольно хороший бой? Я не потерял ни одного здания, я выполнил все задания. Так что это не по-моему, а это явно очень хороший бой. Продолжить. Таймпод. Я получил пилота нового. Мех получает полет. И у него пассивно плюс 1 движение. Вау. Я получил реактор. Круто. И еще здесь я получил одно движение. Может быть, стоит сюда поставить этого пилота? Летающий танк — это весело, но пока что я не буду ничего с этим делать. И, в принципе, с этим реактором я пока что ничего не буду делать. Потому что я хочу накопить вот на это вот. Накопить на это вот — это... Блин, а я не смогу накопить. А, не-не-не, я смогу, потому что на финальной миссии дают репутацию. Да, а что там вообще нужно было? А... Да, защитить дьяволочи спавны. Ладно, убить 7 врагов, защитить батареи или
получить меньше 4 урона и защитить полплант. Тут есть ямы, тут есть вода. Эта карта мне нравится больше. Ну, это вообще плохая идея. Тут всего лишь дают репутацию, тут дают 2 энергии, что тоже не очень сильно помогает. Хочу ли я взять полет вместо... вместо здоровья? Альтернативно я могу дать полет этому меху. Вместо чейна. Или даже... Не-не-не-не. Это вообще хороший план. Тебя сюда. Тебя сюда. И я сюда кидаю реактор, потому что он все равно сюда нужен будет. И получаю полет. Круто. У всех мехов плюс одно движение получается, то есть все на 4 ходят. У этого есть полет. То есть он игнорит. Ну хотя в этом бою полет, но хотя не-не-не, полет в этом бою полезен. Ясно. И потом я сюда еще 2 реактора докину и выключу полет, включу плюс урон. Заодно этот чувак качаться будет. Этому чуваку тоже, может быть, не помешает качаться, но ладно. Ладно, мне кажется, не получать урон проще, чем убить 7 врагов. Враги такие довольно жирные уже, хотя тут сейсмическая активность. Сейсмическая активность — это будет земля, по-моему, ломаться. Тут просто враги. 3 врага со старта. 3 врага со... Ну, оно всегда, по-моему, 3 врага со старта. Поехали сюда. Поехали сюда. Так, что оно делает? Этот чувак, по-моему, кидает бомбы? Или что он? А, не-не, он как раз вот, да, закапывается и... Обкапывается и дамажит во все стороны. Окей, и у него есть 3 движения, то есть он может доехать сюда и обкопаться здесь. Так что нет особого смысла отступать. Так что я просто здесь заспавнюсь. По-моему, хорошая идея здесь заспавниться. Я могу подтянуть к дыре кого-то, если они на этих клетках останутся. Ну и артиллерия чуть сзади. Хотя даже чуть сзади нет особо смысла. Ну хотя, ее нет разницы, куда я туда или туда ставлю. Она одно и то же делает все равно. Камень. Камень зачем? Ага, этот чувак не может. Воу. Воу. Это подло. Это вообще подло. Я могу тебя задамажить и пододвинуть. Альтернативно я могу даже лучше сделать. Я могу отъехать сюда. Сколько там? Ух ты, там дофига хп. Но дофига это на... Это 4 на самом деле, потому что эту хрень я убью сейчас. Ну да, я могу это все очень хорошо сделать. Я могу кинуть АОЕшку в эту сторону. Я могу отодвинуть. А, ну в принципе пофиг. Я хотел это немножко по-другому сделать, но все равно. Результат будет тем же. Ладно, тогда тебя можно просто отодвинуть на 1. Вот сюда. И это убьет всех здесь, и у него будет 3 хп. Отлично. Немножко дыма создаст. А танк все еще может выстрелить и себя пододвинуть туда, но это ему не очень нужно. Так что я просто совершу ход. Ну, это ожидаемо было. Они там просто взлетают каждый ход, видимо. Ясно. Ясно. Ну, очевидный ход это подтянуть этого вот альфа-хорнета вот сюда и пробить шоком через союзника и убить 2 и задамажить его. Перед этим я могу отодвинуть артиллерию вот сюда на 1, чтобы добить его после этого. Добить его этим. Потому что если я... Консоль, иди нафиг. Если я добью его этим, я союзников дамажу. Стоп, это работает? Да, это работает. С
снаряд в дыру не улетает. Хорошо. Может, мне стоило поменять местами пилотов? Чтобы тот, у кого полная экспо, был на том, что не качается. Он еще и плюс хп дает. Да, наверное, это было бы хорошим планом. Там опять Альфа Хорнет. Я могу его Да, я могу его пододвинуть. И опять же продамажить его дополнительно. А, но моя цель — это не получать урон. Так что, наверное, я не буду этого делать. Вместо этого я кину в него АОЕшку, чтобы его просто слегка продамажить. Или даже вот так, чтобы его сильно продамажить, чтобы потом на следующем ходу можно было его добить. Окей, эти трое умирают. И танку просто делать нечего, он может починиться. А, и это считается... Ясно, то есть... Это нужно не получить 4 урона, а с менее чем 4 отсутствующими хитпоинтами закончить бой. Окей, ясно, это легко. Это не нас, хотя нет, это тоже легко. Это последний ход, так что все, победа. Этот летающий... Мех с ногами. Забавно смотрится. Окей. Ну и последний бой. Убить лидера, защитить башню. Я ничего не могу сделать, разве что, опять же, поменять местами этих двух пилотов. Тут будет всего лишь 2 хитпоинта, это немножко печально. Но, с другой стороны, я стараюсь и не подставлять артиллерию туда, где ее дамажит. Зато здесь будет 7 хитпоинтов, так что можно вообще все танковать. Или я могу щит на союзников накидывать и 5 хитпоинтов иметь. Или я могу 5 мувмента иметь. Или я могу танки... Нет, танки я не могу активировать. Жаль. Но я думаю, 7 мувмента — это хороший план. Не 7 мувмента, а 7 хитпоинтов. 7 мувмента — это тоже был бы хороший план, потому что это значит, что я могу вообще по всей карте практически бегать. Ладно. Поехали. Поехали. А этот на 4 прыгает, так что, в принципе, я от него защититься не могу. Firefly лидер, то есть оно стреляет. И оно стреляет на 4. В две стороны сразу. О. Хреново. Вообще хреново. И карта не супер удобная в плане моей стартовой позиции. Ну ладно. Может, я сдвинусь со своей стартовой позиции. Окей. Это, кстати, решает часть моих проблем. Потому что я могу сделать что? Черт, у него 2 хитпоинта, так что это не решает часть моих проблем. В каком порядке они ходят? 1, 2, 3. Окей, мне нужно убить этого липера. Это моя первая цель. Вторая моя цель — это сделать вот так. И тогда Альфа Фаерфлай стреляет по Скрабею. Убивает его, потому что он первым ходит. И все, и у меня нет проблем здесь. То есть мне нужно просто убить эту тварь. Эту тварь я могу убить еще. Очевидно так, на самом деле не очевидно, потому что я мог не двигаться. Но мувмента у меня много, так что пофиг на самом деле. Я думаю, я даже заблочу один спаун. Окей. Ну вот хитпоинтов столько не надо, явно. Так, как лучше всего это сделать? Собственно, так и сделать. Просто ударить его на 2. Ударить его еще на 2. И подтянуть его сюда, чтобы он убил своего союзника. И это его еще на 1 сдамажит.
Три спавна, с которыми я мало что могу сделать. Вот это вот совсем плохо. Хотя... Не, это не совсем плохо, это хорошо. Ну, как, средне хорошо. Он меня не убьет. Он сам умрет. В общем, что я могу с этим сделать? Его я могу просто убить вообще без проблем. Но мне бы хотелось еще и здание спасти. И мне бы хотелось еще и не потерять мой танк. А, стоп, он на 0, у него единичка всего лишь дамага. Так что танк я в любом случае не потеряю. Он получит огромную кучу урона. Но после этого можно отхилиться на фулл хп. Если надо будет, но на самом деле... Ну нет, даже это может быть и надо будет, но не критично. Это на следующем ходу, так что это не важно. А, ну, получается, оптимальный вариант это что? Артиллерии туда выстрел... Жаль, я... Стоп. Ничего не жаль. Я хотел сказать, жаль, я не могу утанковать этот выстрел, но мне не нужно его танковать. Я могу вообще все халявно сделать. Я могу выстрелить сюда. Танк получит единицу урона. Хрен с ним, это не критично. Зато этот чувак отодвинется и перестанет быть проблемой. А этот чувак получит урон. После этого я могу подойти сюда. А сюда ли? Я могу и здесь оставаться. Я могу просто потом танком пододвинуть этого светлячка куда-то, где он не будет проблемой. То есть на этот ряд, чтобы он убил своего союзника. Наверное, это наиболее оптимальный вариант. Так. А, нет, не могу, черт. То есть, не, я могу его пододвинуть туда, где он не будет проблемой, но я не могу его пододвинуть туда, где он убьет своего союзника. Ну, ладно, тогда. Тогда остается только пододвинуть его сюда. Не так хорошо все вышло, как я думал. Эффективнее мне было бы уйти, чтобы он просто никуда не попал, стоя на месте, и потом танком заблочить один спаун. Это был бы оптимальный вариант. Окей, там все плохо. Там все очень плохо. Я могу с этим что-то сделать, правда? Частично. Или даже полностью. Не, даже полностью. Я могу подогнать танк сюда. А нет. Я могу с этим только частично что-то сделать. Сколько у него? Один урон? Один. Это вообще пофиг. Этого я убью в любом случае. То есть заблочить выстрел танком здесь. Добить лидера. Альфу. Не, лидера. Добить этого артиллерией. Это самое оптимальное, что я могу придумать. То есть вот так вот выстрелить. Это добивает этого. Эти двое выживают, потому что с ними я ничего не сделаю. Альтернативно я могу наоборот сделать и выстрелить артиллерией сюда. И подойти и добить этого шоком. Но это ничего не меняет, только я больше урона получу. Правильно. Вроде бы правильно. А, и он даже перестал стрелять. Так что я не получу урон. Но опять же, этих двух у меня нет возможности убить никак. Окей. Починиться просто потому, что я могу. Окей. Победа. Немножко экспо. Регион спасен.
Но как-то в этот раз лучше получается, чем вот там вот получалось. Ладно, потратить репутацию. А это что? Дамажит и отталкивает все соседние цели. И можно проапгрейдить на больше урона. Окей. А, дым дамажит врагов каждый ход. Мехи получают плюс один движение, если они стартуют на одном и том же... Воу. А, не на одном и том же, а на соседних клетках. Дэш, который расталкивает врагов. Я не думаю, что мне что-то из этого нужно. Это я, конечно, могу взять. Но мне не так уж часто нужно отталкивать врагов от моего прайм-меха, учитывая, что он дамажит только в упор. И дамажит много. Так что ему это не сильно помогает. А лучше я возьму два реактора. И что? Пилота я могу продать. Танки я, по-моему, покупал когда-то. Но как-то применение я не нашел особо. Так что не знаю. Могу их тоже продать. И купить три реактора. По-моему, хороший план. Электродым. Он на этом острове был бы полезен, потому что я дым не создаю, а на остальных островах дыма нет, по-моему. Это так себе бонус, это так себе... Ну, как бы, это не то чтобы так себе бонус, это хороший бонус для первого хода, но у меня и так у всех хватает мобильности. То есть выбор между этой обилкой и двумя реакторами или тремя реакторами, потому что эти три вещи мне не очень нужны. Я думаю, три реактора — это более хороший вариант. Рип-танки. Привет, три реактора. Готово. Покинуть остров. Финальная миссия открыта, но я не пойду на финальную миссию. Я вместо этого пойду на третий остров. Да-да. А реакторы я хочу потратить сюда. Наверное, все три получить. И полет, и апгрейд кнута. Да. Хороший план. Так, и какие у меня варианты? Две репутации или репутация плюс энергия? Я думаю, две репутации — это более хороший план, потому что энергия у меня и так полная. Так, секунду. Окей. Поехали. Ага, уничтожить дамбу. Убить 7 врагов. Но это затопит вот эту вот линию. И это может быть полезно. У нее 2 хп всего лишь. А, я могу ее... Ух ты, что это такое? Многоножка. Что она делает? Она плюет и дамажит соседние клетки. Вау. Еще и оставляет яд там. Вау. Окей, это просто Альфа Хорнет. Это Альфа Фаерфлай. Это Скоробей. Ясно. Нехорошо. Почему эта клетка так отмечена? А, это, да, эта клетка отмечена, куда они могут идти. Куда выбранный враг может идти. Ясно. То есть он ходит не очень далеко, но стреляет. 5 движения. Никто из них не кидает паутину? Уже хорошо. Так что, наверное, так... Так, потому что я потом могу на бэклайн уехать и оттуда расстреливать все. Еще и под прилетает. Это нехорошо. Это ожидаемо, но нехорошо. Это тоже нехорошо. Сколько у них у всех хп? 3, 2, 5, 4. То есть, если я проеду на один, я могу убить этих двух. И серьезно задамажить этого одного. А, этого я могу... Не могу утолкать нормально. Утопить я могу только многоножку.
Что еще можно сделать? Я бы хотел избавиться от этих двух и передвинуть этого вот сюда, чтобы он не стрелял по зданию. И передвинуть этого вот туда куда-нибудь. Но все это сразу я сделать не могу. Или могу? Я могу убить этих двух электричеством. Не проблема. Я могу после этого проехать сюда и пододвинуть его... Не, я могу проехать сюда и пододвинуть его на эту клетку. И я могу просто выстрелить, чтобы отодвинуть эту хрень. Наверное, с этого стоит начинать. Это отодвинет моего союзника, это задамажит этих двоих. Стоп, после этого я могу просто убить все это. А, не могу, потому что он двигает их. Не могу. Да-да-да. Начать с этого. Этот враг на этом ходу ничего не делает после этого. Эти двое получат урон. Я отъеду. После этого я смогу приехать обратно. У меня 4 движения. То есть раз, два, три, 4. Вроде бы могу, то есть я в теории даже сюда должен доезжать. Окей. Я могу заблокировать спаун при этом. Но мне нужно убить 7 врагов, так что блокировать спаун это, возможно, не такая уж хорошая идея. Убить этих двоих. Подтянуть этого одного. Все, в этом ходу я не потеряю ничего, не получаю урона. Все хорошо. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Окей. Проблема вот с этим парнем. Он так стоит, тут точнее карта так сгенерирована, что я его прервать могу только танком. Так что мне получается нужно убить или отодвинуть эту хрень. Потом притянуть его. И потом уже что-то другое делать. Отодвинуть эту хрень я не могу, только убить. А, не, могу вот так. И после этого я могу неплохо продамажить все. Но тогда выживает эта фигня. То есть, по сути, оптимальный вариант... О, это куча урона, конечно. Но оптимальный вариант это ударить сюда электричеством. Подтянуть обратно эту хрень. На эту клетку. И выстрелить вот сюда, чтобы удвигать его в угол. Ну, выстрелить... ну этим можно. Это без дамага. Надо бы убрать иммун для зданий. Ну ладно, без дамага. Сойдет. Так. Неприятный ход. Но по-другому я не мог ничего сделать. Мне когда-то нужно еще стукнуть плотину. Все сложно. Блин, ну вы офигели здесь в ряд вставать все. Почему вы не можете с этой стороны встать, чтобы я убил и бафующего чувака, и всех остальных тоже? Потому что если я ударю союзников, умирают все. Это, конечно, план, но не знаю. И так плохо. Но, кстати, на самом деле это реально план. Проблема только в том, что умирает вот этот чувак. Мм...
Могу ли я сделать так сначала? Это убьет бафующего чувака? Потому что тут 3 хп, тут 5 хп и 2 урона. Блин. А, ну я танком еще не походил, так что, в принципе, да, я могу. Так. Они все потеряли свой баф. Теперь так. А, ну я уехал оттуда, черт. В каком порядке они ходят? 1, 2, 3, 4. Этот никуда не бьет. Эти двое бьют в сторону друг друга, так что один из них убьет другого. Или они просто продамажат друг друга. Не, один из них убьет другого. Так что, в принципе, на самом деле, мне нужно всего лишь пододвинуть его куда-то, где он не будет мешать. И учитывая, что у него 3 хп, я могу его ваншотнуть, но это плохо для меня закончится. Потому что если я отсюда его подтяну, то да, я могу его ваншотнуть, останусь с одним хп на горящем тайле. Это плохая идея. Так что лучше просто его пододвинуть туда, где он не будет дамажить меня, но будет дамажить своего друга. Это всегда приятно. И я еще не ходил электрокнутом. С другой стороны, это не сильно мне поможет. То есть, нет, это мне сильно поможет. Я могу просто убить плотину. Все случится... Ааа, нет. Так. Потому что плотина убьет под. И починись тогда уж, раз у тебя 1 хп. Теперь у тебя будет 2 хп. И они заодно друг друга убьют. И у меня еще один ход, чтобы убить плотину. Может быть, я не смогу это сделать. Или, может быть, я смогу это сделать. Блин, этот мешает. И вообще все мешают. Не, плотину я не могу убить. Я тупо до нее ничем не дотягиваюсь, что могло бы ее убить. Здесь как? Я могу пододвинуть к себе шокера, подбежать им ударить. Это убьет этих двух, но эти двое, они не таргетят. Они таргетят меня, они не таргетят здание, так что они мне как-то по барабану вообще. Мне бы хотелось кого-нибудь убить сегодня. Потому что нужен... нужен бонус хотя бы за убийство. Если бы эта хрень стояла не на этой клетке, а там на одну ближе, на одну дальше, то я мог бы ее объехать, подтянуть этого парня и решить все свои проблемы. Но я не могу. Эта ракета не сможет снести дамбу. Это смогло бы, если бы я мог в нее напрямую прицелиться. Но я не могу. Если бы здесь... Если бы хоть где-то в верхней половине карты можно было найти крайние... Ну, в левой верхней половине карты можно было на крайние клетки зайти, то все было бы в разы проще. Ну ладно, могу ли я хотя бы убить двух врагов? Да, легко. 1, 2. Стоп. Это 2 единицы урона. Победа? Со всеми условиями. Это даже 3 единицы урона. Прощайте, чуваки. Победа со всеми условиями. Идеально. Идеально. Почти левел у моего летающего робота. И в таймподе научный. Щиты всем соседним тайлам. Ладно. Я могу эквипнуть научное оружие на ненаучного меха, но это потребует больше энергии, правильно? Да, оно будет 2 жрать вместо 1.
щиты на всех вокруг накидывать, это интересно, но не то чтобы прям особо помогает. Мне не нравится, что здесь никакого урона вообще нет. Это вот моя текущая серьезная проблема. Я бы предпочел какое-нибудь оружие, которое дамажит сюда вместо ремонта. Ремонт можно и на другого кого-нибудь переставить. Так, куда тратить реактор? Сюда, и потом еще один и сделать здание иммунными? Это, наверное, самый хороший план. И потом еще два, чтобы урон повысить. Пока что это даст движение или ХП. ХП звучит как план. Потому что у него мало. Не, движение звучит как план. Это артиллерия. Ей не так уж нужно ХП. Окей. Сюда я, очевидно, иду, потому что две репутации реактора — это полезнее, чем что-либо еще. И потом я, наверное, туда пойду. Посмотрим. Тут босс. И тут нужно защитить поезд. И лабораторию. Сложно. С другой стороны, этого босса, может быть, я могу столкнуть в океан. Или, может быть, нет, тут неудобные тайлы для того, чтобы его сталкивать. Посмотрим. Так. Как вы хорошо встали. Блин, нет, вы не хорошо встали. Вообще не хорошо встали. Как вы сначала хорошо встали? Печально. Артиллерию сюда? Сколько у них всех ХП? Дофига у них всех ХП. Он стреляет первым. И он наносит сколько урона? Он наносит 2 единицы урона. Недостаточно урона. Просто чтобы проверить, это убьет поезд. Окей. К поезду с электричеством не подходить, ясно. Я могу убить одного из них без проблем. Я могу убить этого без проблем. Ну ладно, начнем с того, чтобы выстрелить сюда. Поезду пофиг, зато я избавляюсь от неприятной вещи. И это единственное, чем я могу это сделать. Так что это очевидный выбор. Окей, теперь они не взрываются при смерти. А этот стреляет в здание, так что его стоит убить. Этот стреляет в меня, так что он по барабану. Этот тоже стреляет в меня. Я не могу все спасти. Вообще мало что могу спасти. Потому что я не могу этого убить никак вообще. Правильно. Что эта кислота делает? Я бы хотел узнать. Потому что я понимаю, что она статусный эффект, но что она делает? До этого я с ней не встречался. Потому что самый простой вариант — это встать сюда. Заблочить спавн, заблочить кислоту. Он убьет своего друга, потому что там 2 единицы урона. Наверное, или 2 единицы кислоты, которая там на следующем ходу нанесет урон или что-нибудь такое. Если так, то я потеряю здание. Если это 2 единицы урона напрямую и потом кислота, то я не потеряю здание, потому что этот умрет. Ну, рискнем, попробуем. Этого я могу просто убить. Да.
Я мог его убить с другой стороны. Да я в курсе, что у тебя действие есть, но у тебя есть бесполезное действие. Ты можешь притянуться к кому-то из тех, к кому ты уже притянут, или ты можешь похилиться, при том, что у всех полное хп. Отлично. Да, это сразу убивает. Кислота. Ага, получаемый урон удвоен. Урон от оружия. То есть он потерял свою броню, по сути? Или не, удвоен. Удвоен это хуже, чем потерял свою броню. Это он потерял свою броню и теперь еще и дохрена урон получает. Он массивный, правильно, он босс. Но это мне не сильно мешает, потому что мне не нужно его убивать. Мне нужно всего лишь столкнуть его в реку, чтобы он... А, нет, он даже не массивный. Вообще хорошо. И теперь никто никуда не попадает. Я могу применить ремонт, чтобы починиться и избавиться от кислоты. Я все еще блокирую спаун. Этого парня я могу просто шоком ткнуть и хрен с ним. То есть просто подойти и ударить его электричеством. Нет. Отсюда. Он выживет, но это временно. Окей, это нехорошо. Это нехорошо. Это вообще нехорошо. Все нехорошо. Но это, опять же, довольно стандартная ситуация. Эта хрень взрывается и дамажит поезд. До того, как поезд уезжает. И с ней я могу что-то сделать только артиллерией. Вот это конкретно, потому что кроме этого я, ну, я мог бы выстрелить. Не, я еще не взял ему для зданий, так что я не мог бы выстрелить туда. Нет. Не так. Вот так. Так, я решаю две проблемы сразу. Потому что она сначала взорвется там, потом поезд уедет. Так что ему пофиг. Это последний ход, так что мне нужно просто выжить. Так что я, в принципе, блокирую выстрел здесь. И я добиваю этого парня. И все. И я победил. И левела бы заодно. Танк у меня 90% времени просто блокирует своим лицом выстрелы. Наверное, надо что-то с этим делать. Потому что он свои обилки использует меньше, чем раз за бой, по-моему. Ну окей. Повышение. Реактор еще один. Плюс один реактор. Воу. Плюс движение. Теперь он летает на 5 клеток. И я могу еще один реактор и плюс хп ему дать. Надо, ну блин, надо ему какое-нибудь оружие, но с другой стороны, надо ему какое-нибудь оружие, это более важно. А реактор нужно сюда и сделать здание иммунными все-таки. Окей. Защитить две ракеты. Защитить танки. И тут еще и опасный враг, и еще и нужно защитить электростанцию. И по 4 врага спавнится на каждом. На каждой локации. Ну, наверное, это все я буду делать уже в следующий раз. Я не так уж много прошел в этом... Ну, хотя, не, нормально прошел в этом видео. Один остров, грубо говоря, полностью. Так что, видимо, получается остров за видео.
Так что в следующем видео... Ну, только остров за видео, но при этом в первом видео полтора, так что это с половины острова до половины следующего острова за видео. В общем, да, в следующем видео я буду проходить все это, и, может быть, мы посмотрим на следующий остров, если я доживу до этого. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.